Приветствую вас, Hunter's Garage. Сегодня у нас в работе автомобиль Mazda CX-5, автомобиль нашего клиента, который приобрел его в США. У данного автомобиля повреждение задней части, если говорить конкретно, повреждено заднее правое крыло и задняя панель, задняя крышка багажника. Для восстановления данного автомобиля мы делаем замену заднего правого крыла, замену днища багажника, замену заднего правого лонжерона, а также замену задней панели. Ремонт автомобиля мы можем разделить на несколько этапов. Первое. Мы вытягиваем поврежденные части, то есть восстанавливаем геометрию кузова. Второе. Мы меняем поврежденный элемент. Работы проводятся по технологии, и соединение заменяемых деталей проводится по заводским швам.